Чудесная страна – это ежегодная выставка детского творчества. На этот раз около 500 новых работ представили юные таланты 9 художественных школ и школ искусств городского округа Мытищи. Я думаю, на этой выставке есть уникальная возможность посмотреть и выбрать для себя, куда мне пойти учиться, в какую школу, потому что здесь все школы представлены, да? И по этим работам можно подумать и родителям, и детям. В завершении учебного года лучшие работы вошли в экспозицию выставки. Графика, живопись, композиции. В представленных детских работах можно увидеть все виды и жанры изобразительного искусства. Мы не первый раз выставляем работы наших учащихся. И не менее талантливых детей, работы, которые были сделаны под руководством не менее талантливых педагогов. На открытии выставки прозвучали классические произведения воспитанников музыкальной школы. Для организаторов было важно подчеркнуть единение всех видов искусств. То, что музыка, литература и живопись воспитывают с детства, понимание красоты осознают и юные художники. Важно вдохновляться чем-то перед тем, как написать работу. Музыкой, чтением. Я вот вдохновляюсь книгами. Многие работы написаны после прочтения книг. Не обязательно каждый из этих юных художников станет художником в профессиональном понимании этого слова. Но каждый из них, из этих ребят, получит тот нравственный багаж, на котором будет строиться дальнейшая их жизнь. Выставлять свои первые работы на центральной мытищинской площадке начинающие художники смогли во многом благодаря своим талантливым учителям, для которых важно не только научить владеть кистью, но и раскрыть личность и помочь найти каждому ученику свой художественный стиль. Учителя, они очень талантливые, они очень приятные, они разговаривают, они вот как родители, и они все объясняют, и правда, очень с ними весело, и очень хочется учиться, ходить чему-то учиться. От простых приемов к более сложным. Работы представлены в различных техниках. Показано в экспозиции еще одно направление – макетирование. Проектно-исследовательское моделирование наверняка пригодится творческим молодым людям в будущей профессии, но уже сегодня очень помогает для развития логики и мышления. А для влюбленных в живопись с детства объемы и масштабы интересны только на полотне. Больше всего мне нравится, конечно же, живопись, потому что краски, кисть – это что-то такое родное. Чувствуешь это и запах, и прикосновение, и ты это прям ощущаешь и понимаешь, что ты делаешь. Ощущение чудесной страны, детства, волшебства и безграничной фантазии продлится в залах галереи до 26 июня. Дарья Ильинская, Денис Корнев. Информационная программа «День».